10 сентября с кубанских полей начнут убирать рис. По прогнозам специалистов, урожай составит 900 тысяч тонн. Вся необходимая техника уже готова к работе. В этом году кубанские аграрии впервые смогут сжигать остатки рисовой соломы. Это поможет более качественно провести уборку и подготовить поля к новым посевам. Собственную потребность в рисе Краснодарский край удовлетворяет полностью, а вот в России этот показатель близок к 70%. И задача Кубани – дать стране необходимый рис.